Друзья, всем привет! Сегодня речь пойдет о сайте fakeupdate.net. Здесь можно запустить анимацию обновления Windows 10, 11, 7 и так далее и тому подобное. Для чего это может понадобиться? Ну, допустим, если вы хотите сэкономить ваше время на работе, допустим, надо отлучиться, включаете вот такое обновление на вашем ПК, мол, пока оно происходит, вы ушли там, скажем, в туалет, да? Ну вот, и возвращаетесь уже, когда можете нажимать Escape и убирать. Как все это выглядит? Ну, либо можно еще разыграть друга. Вот так запускаете, и, соответственно, work on update, 0% complete, don't turn off your PC. This will take a while. Соответственно, здесь будет и 1%, и 2%, и 3%, и так далее, и 32% уже проверено. Соответственно, вот видите, уже 1%, если нажимать Escape, несколько раз вот пытаться нажать на разные кнопки, то, соответственно, смотрите, появляется вот такая надпись, она, конечно, другого цвета, UPC, run into problem and need to restart. Если нажимаем на F1, то видим, что это просто браузер, нажимаем назад, еще раз назад и, соответственно, убираем. Здесь Windows есть даже 98. Есть Windows, значит, апдейт для Windows Vista, Windows 98 и Windows XP. А, кстати, 98 что-то... А, это и на... есть надпись Windows 98. Вот, и вот Windows XP есть тоже. Также, друзья, ссылка в описании, если вам понравилось, обязательно попробуйте, проверьте сами. Ссылка в описании. Всего доброго, всем пока, до свидания.